Миша не уезжает, но ему очень трудно обратно подниматься. Раньше было нужно бесовать. А сейчас выступает... Сейчас выступает Денис Корышев. Алло, о. Тут... В музее Высоцкого... Да что ж такое-то? Ну, придется мне опять вот принимать вот эту позу, вот такую вот. Так всегда, это исторически уже так сложилось. Вот. У Елены Казанцевой есть замечательная песня, вот где я скучаю на матрасе лежа, а у Миши любит женщина меня, поэтому, ну, вот не могло у меня не написаться следующее. Я скучаю лежа, как полено, что-то не идет ко мне, Елена. На матрасе лежа ровно дышит, ждет она, ну да, конечно, Мишу. А у меня глаза, как небо летом, под 2 метра высота скелета и размер ботинок 45-й. Галстук новый, пиджак не мятый, а у Мишки пиджачок из фетра, рост поменьше на 2 сантиметра и размер ноги не 45-й. Да к тому же он, как и я, женатый. У него осанка, как у лорда, он берет сложнейшие аккорды. Пусть моя аппликатура проще, но зато я тоже очень тощий. Он известен больше, чем Конфуций, и девки от его буквально прутцы. Пишут про него и говорят: ну и что, я тоже лауреат. Я себя считаю адекватным, но все ж таки одно мне непонятно. Ну почему уходит с Мишкой Ленка? Подвела меня моя самооценка. Ведь у него возвышенные темы, у него усы, как хризантемы. Ну и что, подумаешь, с усами, и я покрыт повсюду волосами. И все ж таки себя считаю адекватным, но все-таки одно мне непонятно. Ну почему уходит с Мишкой Ленка? Подвела меня моя самооценка. Ранний солнце луч, да под церковному венца, что танцует у огня, в чем мать родила, что матерь она не боится за то, что воложок, да что у синего ручья, к ней бегают за город чужие мужья. Вывели Матрёну, ох, хорош крест целовать. Встала на бакалашечку во всю свою стать, наказала попу молитвы не читать, да велела палачу ей рук не вязать. А как выбили баклашечку, да из-под ног, дернулась разок, да еще разок, вскинулась третий, точно в небо взвелась. Да тут-то веревочка и оборвалась, а бабы в толпе аж взревели навзрыд. Да вешать по 2 раза Господь не велит. Стоит Матрёна, глядит на попа, а по все 4 стороны бесится толпа. Вольному воля, спасенному рай, миловал Бог, если сможешь, ступай. И молвила Матрёна мужикам, что стоят на пути: кто не был со мной, говорит, мужики, тот с места не сходи. Но кто был у ручья хоть раз за всю жизнь, возьми за руку жену, да сторонись.
Кажись, ох, расступился коридор широк. Пошла матерёнок солнышку да на восток. И никто не осмелился стать поперек. За что же это Бог матрёну уберёг? Уж не за то ли, что кожа у матрёны смугла, что танцует у огня, в чём мать родила, что стройна, как тополь, сильна, как волчица, за то, что никого на белом свете матрёна не боится, за то, что в ложок, да что у синего ручья к ней бегают из города чужие мужья. Спасибо! А что, Гена Жуков? Выходит...